Чешское телевидение представляет Макси пес Фик. Об изобретениях. За лесом стоит домик, в нем живет Айя, а в будке Макси пес Фик. Скажи на милость, что ты делал всю ночь, если до сих пор не можешь проснуться? Что я делал? Спал, конечно. Ух ты, какая у тебя смешная машинка. Представь себе, я сама ее изобрела. А я? Ведь мне сегодня всю ночь снилось, что я тоже изобретал. И я только теперь об этом вспомнил. Быстро рассказывай, а то я просто умираю от любопытства. Приснилось мне, что мы с тобой нашли у вас на чердаке старый дедушкин шкаф, полный разных замечательных вещей. И мне ужасно захотелось что-нибудь смастерить. И мне в голову сразу пришла идея. И я стал думать, чтобы мне такое изобрести. А думалось трудно. Хотела бы я знать, что из этого в конце концов получится. Не спеши, кое-что очень полезное. Готово. Ну, Фик! Я бы никогда не подумала, что ты на это способен. А для чего это, скажи, пожалуйста, нужно? Быстро беги в самый конец, сама увидишь. Мамочка, это Фик сам изобрел. Молодец, правда? Ну почему мама совсем не удивилась? Почему? Потому что это был сон. А я все крутил и крутил, как сумасшедший. Хотя мама со своей огромной сумкой уж давно была дома. А теперь обратно. Почему не едем? Изобретем что-нибудь еще. Ладно? Наверняка не поедет. Это мы еще посмотрим, поедет или не поедет. А теперь сделаем нормальную ремонтную яму для папы. Чтобы он не остался на бабах. Ну да. Мама всегда говорит, что он себе почки застудит, лежа под машиной. Осторожно, я еду. А теперь вынимаем. Подтяни. Больше, больше. Машина, наверное, должна была остаться над ямой, правда? Ну да, разумеется. Я плохо промерил. Прежде чем ты отца привела в чувство, я машину хоть перевернул, чтобы ему было удобнее в ней копаться. Не волнуйся, папочка. Зато теперь тебе будет удобно ремонтировать машину. Этот Макси-пес, бездарь и обманщик. Прогоните его или сдайте на живодерню. Этот противный пес уговаривает отца сдать тебя на живодерню. Может быть, мне для этого злодея тоже изобрести что-нибудь полезное.
Сбегай, спроси его, просит ли он, чтобы его будили по телефону. И если нет, то уговори, чтобы он воспользовался такой замечательной услугой. Извините, пожалуйста, у вас есть телефон? Разумеется, есть. А вас по телефону не будет? Нет. Попробуйте, не пожалеете. Очень удобно. Что такое? Бесплатная замена телефонных аппаратов. Пожалуйста, ровно в пять, ровно в пять, в пять, в пять, в пять. Пять. Доброе утро. Доброе утро. Просыпайтесь, пожалуйста. Кто рано встает, тому Бог подает. Ты, Фиг. Ой, Фиг, ты все это выдумал, признайся. Наверное, мне это все-таки приснилось. Честное слово, я не вру. Фильм подготовлен к эфиру агентством Мосфильм ТВ-Медиа.